Всех приветствую. Продолжаем знакомиться с персонажами античного мира по книге Бетти Редис «Кто есть кто в античном мире», дополняя данными из Википедии и из интернета. Демосфен – оратор, афинский оратор и государственный деятель, за свою политическую проницательность и стилистическое мастерство считался величайшим греческим оратором. Популярная история о том, что он боролся с недостатком произношения, приходя на морской берег и стараясь перекричать шум волн с набитым камнями ртом, является, несомненно, позднейшей выдумкой. Демосфен заслужил свою репутацию речами. Во время судебных гражданских тяжб многие из его речей сохранились. Затем он начал свою политическую карьеру постоянными нападками на приобретающий все большую власть Филиппа Македонского, в котором он видел угрозу не только Афинам, но и свободе всех греческих городов-государств. Его «филиппики» в кавычках направлены против Филиппа, а его наиболее известная речь о венке под предлогом защиты некого Ксетифонта, обвиненного в незаконном подношении Демосфена золотого венка, на самом деле является оправданием его собственной политики и нападкой на тех, кто бы предпочел мир с Македонией. Цицерон взял название «филиппики» для своих обвинительных речей против Марка Антония. Народ Афин по предложению Демада вынес Демосфену и его сторонниками смертный приговор. За ними Антипатр выслал охотников на людей под предводительством Архия. Здесь Демосфен, окруженный людьми Архия, принял яд в храме Посейдона, не желая отдаться живым в руки врагу. Плутарх хвалит Демосфена, что он, хотя и пытался вымолить себе жизнь, но вовремя раздобыл и применил ядовитое зелье, спасся под защитой высшего алтаря, вырвавшись из рук наемников и посмеявшись над жестокостью Антипатра. Афиняне вскоре поставили ему памятник вблизи этого храма. На цоколе статуи была вырезанная надпись: «Если бы мощь, Демосфен, ты имел такую, как разум, власть бы в Элладе не смог взять македонский Арей». Вот так вкратце о Демосфене, ораторе. Пока-пока, до свидания.